Привет, друзья! Страшно подумать, но 26 вашим этим герцам сегодня стукнуло 13 лет. То есть ровно половина герц нам лет. Как-то вот так вот, такая логика. Будем петь песни, плясать пляски. Будут у нас сегодня гости. Дорогие гости. Дорогие гости. Ну, как-то так. Начнем. Ольга Олейникова. Слава, слава, ребят, слава. Ольга Олейникова! I'm a lot of
Thank you.
Спасибо, ребята. Это у нас на самом первом сайте так было написано, и сейчас на сайте написано. Было написано, говорят, мы играем свинг. В общем, есть такое предположение. В общем, сегодня мы решили пригласить, так сказать, корифеев жанра к нам в гости. И первым мы позовем к нам на сцену нашего прекрасного друга Георгия Ешагашвили, который играет на гитаре. Сейчас вы услышите это. Thank you.
В общем, этот человек совершенно не нуждается в представлении, потому что его и так знают все, абсолютно. Но мне приятно это сказать, что с нами на одной сцене Константин Гивандян. Я бы даже хотел, что, если погода сейчас опять скаламбурить, его каждая собака должна сделать. Спасибо большое, друзья. С днем рождения! 13:30. У нас не было никакой репетиции, и это прекрасно. Все прекрасно. Мы сыграем блюз, который посвящен месту, где родился джаз, на Basin Street, Новом Орлеане. Сейчас там находится парк имени Луи Армстронга, а раньше просто находилась площадка практически. Там собирались ребята, просто что-то пытались туда-сюда, и так родилась эта музыка. Basin Street Blues. Thank you.
be. Мало знакомы, кроме имен. Мало, но приятно. Но приятно. Лет 26 так. Ну, примерно, да. Мы сыграем вам песню, может, даже и споем.
вместе с Георгием. Споем. Он спеет на гитаре, я попробую спеть на трубе. Называется она I Didn't Give You Anything But Love, Baby. Песня написана во времена, мало того, что сухого закона, но и практически уже Великой Депрессии. Сидит парень на парапете, на поребрике или бордюре. Хотя это разные вещи. И ему нечего дать, кроме любви той девушки, которая ему нравится. Джимми Макью и Dirty Fields. I can give you anything but love. Для того, чтобы как-то достойно найти со сцены, нужно сыграть что-нибудь не совсем достойное.
Мы сыграем вам песню, которая не без юмора была написана. А здесь практически все песни не без юмора. Называется она «Sweet Georgia Brown» и посвящена девушке, которой было две левых ноги и другие внешние изъяны. Казалось бы, все было потеряно, но она сумела всех пленить своим богатым внутренним миром. Звучит как нос, друзья. «Sweet Georgia Brown». Thank you.
очень вам приятно. Спасибо, Котик, как это прекрасно. Спасибо. Константин Гивандян. Ребята, это слабо. Я бы вот сейчас как-то... Вот. Спасибо, Костя, дорогой. А еще я хотел сказать, что не случайно у Георгия Кимовича такая красивая гитара. Мы сейчас сыграем одно инструментальное произведение аккурат по профилю этой гитары.
Джарашвили, друзья. Ну что, как-то спят все. Гоша и Джарашвили! Гораздо более другое дело. Ну, пора возвращать певицу, мне кажется. Спасать. Встречайте, Ольга Олейникова! Песня про нет луны. Спасибо, ребята. Вот так неожиданно подошло к концу первого отделения. Оно было очень насыщенное, мне кажется, да, и богатое событиями. Поэтому сейчас мы... Да-да. Поэтому сейчас мы исполним песню про очень насыщенный внутренний мир. Но очень короткую песню. Конечно. Песня. Hey, 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 hey
should have flowered there in my head. Никуда не уходите, пожалуйста, вы всех запомнили. Thank you.
any time will ever be. But I love her. Yes, I love her. I'm gonna walk up to her gate and see if I can get it straight. Cause I wonder, I'm gonna ask her. Is you is or is you a baby? The way you're acting lately makes me down. You is still my baby, baby. Seems my flame in your heart's young and old. Oh, woman is a creature that has always. Спасибо большое, друзья. А, так, незаметно подкралось второе отделение. А вместе с ним новые сюрпризы. Сейчас мы, я хочу позвать на сцену с волнением некоторым нашего прекрасного друга, певца Алексея Геращенко, про которого вот еще совсем недавно можно было сказать, что это наш гость из Воронежа. А вот теперь уже можно сказать, что это... Московский певец Алексей Геращенко. Там же как-то про всех наших понаехали. Чему я лично очень рад, что в нашем городе живет такой прекрасный человек. Алексей Геращенко! Добрый вечер! Приятно, когда в городе хорошим человеком стало больше. Спасибо. Это мы все виноваты, что я сюда переехал. А Воронеж плачет. Да, и нам не стыдно. Я спрошу. To find.
спасибо, Сережа. 26 лет, дорогие друзья. Раз уж мы, друзья, остались опять ненадолго в мужской компании, то мы сыграем песню про человека-паука «Паутина из рука». Сейчас, друзья, я снова позову в гости мужчину, которого зовут Андрей Юдин. И мы сыграем с ним песню, которую мы вообще-то играем 2500 лет, но из них примерно полторы уже не играем. И поэтому я опять трепещу, потому что я очень люблю эту песню. И с Андрюшкой мы как сейчас мы ее... Исполним. Вот. Очень точное слово. Андрей Юдин! Не-не-не-не, стоп. Давайте, стоп. Тишина, как будто ничего не было.
Андрей Юдин! Встречайте, Ольга! О, а сейчас будет песня, между прочим, для хорового исполнения. Ну, во-первых, мы пели, вы молчали. Теперь наоборот. И вообще, вы же знаете, что у нас есть хор, и вы все в него уже записаны. Осталось только пройти прослушивание. Вот сейчас мы это и устроим. About meaning.
Coach. She was a red hot Coach. She was the roughest, toughest thrill, but Amy has a heart as big as a whale. Oh,
Ольга Олейникова. Николай Шовкин. Сергей Шитов. Сергей Коньков. Александр Медаков. Вано Авриане. Пирамиды Сергеева. Друзья, 26 лет, к сожалению, прощаются с нами на этой радостной ноте. Я надеюсь, мы будем двигаться регулярно. Умеренно, но регулярно. И будем радоваться этому каждый раз. Чё-то я...
Спасибо большое, ребята, что вы пришли к нам. Это невероятно приятно. Давайте на прощание еще раз познакомимся. Сергей Шитов. Николай Топкин. Сергей Тайков. Александр Байбаков. Мама Леонид. И Ольга Олейникова. Сергей, вы там ходите дружить, если это наш директор. А также с нами сегодня на сцене вы... Алексей Геращенко. И Андрей Юдин. А также были Георгий Шагашвили и Константин Гивандян, но, к сожалению, они уже нас не слышат, но вы все равно похлопайте им так, чтобы они услышали где-то там, где они сейчас играют. Спасибо большое, друзья. Мы любим вас, нам 13 лет, обалдеть можно. Николай Добкин, Ольга Олейникова, Ману Абриани, Александр Байдаков, Сергей Шитов, Вероника Коновалова. Группа 26 Герц. На 13 лет. Ура! Спасибо, друзья. До новых встреч. Спасибо, друзья. Мы любим вас. Браво.